одном тридевятом государстве жил-поживал портной. Был он таким сладкоежкой, что к нему на мед и варенье слетались мухи со всего королевства. Нельзя! Вот как. Хорошо. О, как. Вот как. Вот. А, вот как. Как-то ночью они без спросу залезли в холодильник и слопали все эклеры в шоколадной глазури. Терпеть не может. Схватил парняшка со стола полотенце и по мухам, как шандарахнул. Тогда портняшка рассердился. Вышел у себя на футболке устрашающую надпись. Я вот не моргнувши глазом, семерых прихлопну сразу. Вот. Вот. Хорошо. А, вот как. Хорошо. А, вот как. Вот как. Отправился в магазин.
Накупил он себе свеженьких эклерчиков. И вот на обратном пути шагает портняшка по дороге, жует пирожные. А тут бац, навстречу ему великан. Великан прочитал, что на портняшке написано, и удивился. А давай-ка, храбрец, силами мериться. Если ты победишь, открою я тебе одну страшную великанскую тайну. Ну а если я сильнее окажусь, тогда пеняй на себя. Я! Вот поднял великан с дороги камень и прям взял, да и разломил его на две половинки. Портняшка от удивления аж последний эклер из рук выронил. «Видал, какой я сильный!» — говорит великан. «Теперь твоя очередь!» Потерялся портняшка, поднял с земли упавший эклер, как будто это камень. Да так сжал его в кулаке, что крем наружу брызнул. Вздрогнул великан, чтобы человек одной рукой из камня заварной крем видывал. Наверное, он и впрямь такой силач, какого свет не выдавил. Пришлось великану рассказать портняшке страшную великанскую тайну. На высокой горе растет 100-тысячелетний дуб. Если забраться на этот дуб, можно отыскать глубокое дупло. На самом дне этого глубокого дупла стоит огромный холодильник. А в холодильнике мороженое, шоколадки, торты, пирожные всякие. Только там рядом сидит пес с глазами огромными, как велосипедные колеса. Он зорко смотрит за тем, чтобы никто чужой не смел эти сладости кушать. Говорит великан портняшке, «Вотай ее и сажай на мой передничок, пес сразу станет как шелковый. А ты тогда смело открывай холодильник и кушай эти сладости до отвалу». Обрадовался портняшка, услышав про то, что сладости можно лопать бесплатно. И начал на дерево карабкаться. Отыскал дупло, забрался вовнутрь, глядь и вправду. Все как великан говорил. Вот тебе холодильник, вот тебе глазастая собачка. Нельзя.
даже моргнуть не успел. Вмиг очутился на передничке. Сидит смирно, глядит сквозь слезы, как портняшка в его холодильнике хозяйничает. Нет, совсем дело плохо. А, вот как. Вот как. Хорошо. Вот. Нельзя. Вот как. А, вот как. Хорошо. Съел обжора все сладости до последней крошечки. Сытый и довольный портняшка захлопнул дверцу и полез на свежий воздух. Да только сунулся он в дупло, а пузо не пускает. Растолстел портняшка, как бегемот. Ни назад, ни вперед. Застрял посередине. А, вот как. Вот. В одном 39-м государстве жил как-то ночью они такого уже так и торчал он из этого дупла людям на потеху, пока не похудел. Вот я и говорю, что вам вредно много сладкого кушать. Очень плохо на фигуре отражается.